Марка BMW логически завершила формирование линейки 8 серии. Для этого баварские инженеры наполнили четырехдверный седан Grand Coupe начинкой от горячих двухдверок M8. Приземистый купеобразный кузов пришлось усилить дополнительными растяжками, включая мощную вставку под днищем. Крыша ради снижения массы сделана из углепластика. Но все равно седан с заводским индексом F93 оказался почти на центнер тяжелее двухдверного исходника. Впрочем, энерговооруженность M8 Grand Coupe все равно будет запредельной, ведь под капотом скрывается такой же битурбомотор V8, как и у двухдверных M-ок. В базовой версии он развивает 600 лошадиных сил, а для тех, кому этого мало, предусмотрена экстремальная модификация Competition. Ее мощность увеличена еще на 25 сил, а мотор установлен на более жестких опорах. К созданию злой версии баварцы отнеслись весьма серьезно. Помимо другой выпускной системы, в этом автомобиле применены жесткие шаровые соединения и даже иные рычаги подвески. По остальным пунктам — унификация, то есть старшая и младшая модификации имеют 8-ступенчатые автоматы, активные задние дифференциалы и полноприводные трансмиссии. Правда, привод передних колес можно отключить. В конструкции BMW традиционно заложена возможность индивидуальных настроек, но некоторые вещи нужно заказывать изначально. Например, углерод-керамические тормоза или ограничитель максимальной скорости на отметке 305 км в час вместо 250. На рынок M8 Grand Coupe выйдет весной 2020 года. Интересно, что седан оказался более чем на 500 000 рублей дешевле, чем M8 Coupe.